этой прекрасной порой, этой золотой осенью мы рады тебе, золотой наш, дорогой наш зритель. Добрый вечер, Ярославская Лига КВН, приветствую тебя! Дорогие друзья, на улице осень, но почему-то уже очень холодно. Сейчас я вас прогрею! А сам я пишу на гарантарва, да? Тем самым что мне написали? Че? Крокодил ест микроволновку? Ты что, совсем больной, что ли? Ребят, вы нафига меня к рулю привязали? Ты же без меня полный нож! А ты чего вообще здесь выперся? Ты чего вообще разорался? Да ты вообще муха! Успокойся. Да ты чего хрень? Хватит, да? Да проваливай, сюда не мешай! Ребята, это же порнофинал! Полуфинал! Ой, полуфинал! Здесь надо удивлять, поэтому я пришел не один! Я что-то не понял, вы ни хрена из нашего выступления «Североход» делаете! Вы вообще-то смешные миниатюры придумали! Ладно, давайте, показывайте! Кавказский киллер! Выходы находятся в передней части, по бокам, там. Да-да, конечно. Значит, проходите, выходите на первый светофор, на нем налево. Дальше через мост, на втором светофоре и горку чего? Там чья-то рука, извините. Я еще стихи подготовил. Давай, рассказывай. Зайка бросила хозяйку КМС по самбо, Зайка. Три девицы под окном открывали пиво ртом. На тренировке Ярославского шинника. Да, короче, парни, это футбол, и здесь все просто. Смотрите, пас, 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 удар, гол. Но самое главное, это, конечно же, настрой. О-о-о-о! А теперь представьте, врачи играют в стикеры. Стена кирпичная, часы возвратные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые глаза. Так, стоп! Зачем нам два новых парня в нашей команде? Ну же, мы решили, что в нашей команде должны быть красивые и умные люди. И мы красивые! Это значит, мы умные. Что тебе не нравится? Уходи из команды и все. От меня так просто не избавиться. Я знаю, как избавиться от этой тёлки. Пап,
Послушай, медведь, с ней так просто, что ты этим пистолетиком не справиться. Ребят, ты реально пора, да? Нет! Пацаны, крепкий встал. Вот видишь, Женя, на тебя даже крепкий встал. Реально, мужики, что это? Мы же серьезные люди, ну что, брались? Друзья, 25 октября в Белосадском цирке будет проходить концерт певицы Нюша. Итак, представьте, казус на концерте. Самая невнимательная няня. Хорошо, до свидания, тетя Тамара, до свидания. Здравствуйте, тетя Тамара. Представьте, твой Вовке посередине озера. Женечка, что вы так далеко от меня сели? Давайте поближе, давайте, давайте, давайте. Что вы вдруг кто-нибудь увидит? Да кто увидит, тут же никого нет, Женечка, давайте. Бога не существует, Женечка. Батюшка, как же так? Больше Бога. Итак, представьте, парни в мужском отделении. Я не буду в этом играть. Правильно, играй без этого, правильно. Ребят, вы что, совсем дураки? Вы понимаете, что как бы ну, девушки любят, когда за ними ухаживают? Я так ухаживал в детстве за котятками. Лёг, это одно и то же, попробуй. Кушай. Девушки хотят, чтобы их понимали и любили. Мы тебя любим. Понимаем. Скорбим. Да ты не так, что ли, все, а?